Или ноги? Он несет, лишь за платье держится. Куда вперед пойдем? Туда или туда? Говори, иди. Сейчас все равно. Отсюда в зелень смотреть, на лавочке сидеть и читать, чаек попивать, лицезреть красивую картину. Ветер, ветер, ты мой луч. Ты гоняешь стаи туч. Навевает мысли. Ну, туда повернемся. Красиво? Напишите мне. Вам нравится? Мне очень. Смотрите, скрепили кресло, колонна. Ее скрепили. Если это все рухнет. Всяких скульптур, типа держит это здание, смотрите.
Хэби Юпоги. Которой нету. Сейчас покажу, у меня мухи. Ой, как же вам показать-то? На руке прям сидит, загорает, отдыхает. А главное, ветер ему не помеха. Шить. Все, чапаем дальше. Маба будет дождь. Эти голенькие. Вот хорошее место выбрала. Села, сиди. Главное не какай. Такую красоту качать нельзя, а? Цветы какое разнотравие, а? Ляпотища. Собачка. Вон моя собачка пробежала. Коричневенькая, которая. Хочу такую собачку. Ой, ляпотень. Ой, ляпотень. Пойдем цветочки понюхаем. Это же вот это вот, если мне память не изменяет, ноготки, по-моему, да? Поправьте, если неправильно. Ой, астры. Ой, красавишные какие все. Боже, какие вот красавишные все. Вот это все. И помидор. Помидор. Затесался. Ванны. Фуй-фуй. А для чего ванны? А, точно, точно. Ой. Не посмотришь нормально. Ботанический сад там. Кто-то там сверху сидит с зонтиком. Кто, рассмотреть не можем. Не, сыроеды едят сырые грибы. Да? Да. Ладно, мы не сыроеды. Помидорки поели. Грибы не будем. Эти грибы здесь. Ох, видно, но они торчат. Вот они. Грибочки. Я подумала, что шляпа это уши. Я думала, ноги вроде скрещенные человеческие. А что за зверь? Оказывается, какой-то еще и с бородой. Я бороду, правда, не вижу. Слепошара. Красота. Чайный домик называется.
Видели? Девочки, ухват в руках, которые из печки доставали. Я знаю почему, потому что у меня бабули такой был. У нее русская печка была. Ухват, которым казан с печи доставали. Ну, ляпота. Что вы скажете? Сзади еще красивее дядьки с тетками. Странные какие-то деревья. Автографы на деревьях. Да стоишь ты. Вот где? Вот она. Ой, вон она, вон она. Села. Сиди. Фея моя. Где ты? Я ее не вижу. А, вот она. Ой, стрекозочки. Я их феями называю. Да, громадина. Лежачее дерево. О, какие. Громаднючие. О, офига себе. Мой больше. Ну, целый лопух. Как идешь? Оранжерея. Ноя Палас. Роми Шебеда. Шарлоттенхоф. А тут что? Фридри. Чего? Фриденс. Кирсе. Ага, мы ее проезжали тоже. Галк. Штаб. Какая красотень. Сейчас я вам покажу другую красотень. Вон там вдалеке. Вы видите? Ой, батюшки. Ой, бояюшки мои. Гляньте. Ой, сейчас пойдем туда. Ну, ляпотень. А? Что за елка? Или не? Ёлка же, наверное, да? Мне на солнце не видно. Какая интересная. А? Тут прудик. Нырь. Ой, хорошо пикничок тут устроить, а? Сесть посидеть. Ой, как хорошо будет. Ой, красота. Калиточка. Ну, закрыто. Там такая красота. Ай, на ножки. Куда? Сейчас смотри, как брызнет, повернет. Потому что кустики мокрые сейчас. Какое разнотравие красивое. Ой! Вот долбанула. Еще ж стою, говорю, он же вертится. Эти цветочки вообще, я в трансе от них. В приятном таком. Это спорим, вот это кактус или капуста? Что это? Вот такие колючки, вот голубо-сиреневые, из Казахстана росли, но маленькие, а здесь какие-то охухенные. Я не матерюсь, если как выразиться. В общем, офигенные. В общем, большие. И вот эти вот тоже у нас росли. Я забыла, как называется. Растения.
Мальва. Там цветочки красивые, неохота идти. Лепота. Там озерцо аисты летает. Вон, а не, то ворон. Или какая-то большая птица ходит на том стороне. Сейчас пойдем туда, да, ворону. Вот здесь какие они крупнячие. Уточки плавают. Гляньте, какое дерево. Ром? Засранцы. Они это. Большие здесь какие-то откормленные. Какое дерево громадное. О, какие заросли. Джунгли. Джунгли, говорю. Джунгли. Ветер разгулялся, что-то совсем. Ого-го, дерево. Ого-го. Влад, подойди, можно, чтобы посмотреть, какое оно. Гляньте. Ой. Ты капелька по сравнению с этим деревом стволом. Ужас. Ага. Интересно, деревце.
хвоя, да, или что это? А вон, смотри, шишечки какие-то зелененькие. Во. И вот интересная, смотри, какая. Ха. Ёханый бабай, опять упустила. Все, нету. Нету. Стрекоза моя. Фея моя. Улетела. Гляньте. Это корни деревьев. Мы издалека думали камни. Это корни. Вот так. Интересно и странно. Такое деревце. Ой-ой. Слушайте. Первый раз такое вижу. Сейчас слово. Удивительно. Идем к красоте. Красота. Ляпота. Вот это красотень. Вот это ляпотень. Парк какой красивый тут. Перед входом. Вам посмотрите, какие. Громаднючие. Раньше там же свечки, наверное, были. Лампы керосиновые. А? Вот и ворона, как всегда. Там орел сидит. Попой к нам. Сейчас обойдем. Вот это да. Две сидят уже. Черт, какой-то или дьявол с копытками. Надо закапать потом. А? Надо закапать потом. Сказал, теперь крылья опустил. А, он крутится. Такую красоту в кавычках при помощи техники сделают, что смотреть не хочется. Ангелы над крутами громадные такие. Платье.
университет был. Не знаю, сейчас функционирует, но нет, наверное. Университет Потсдам раньше. Здесь учились студенты. В такой красоте, скажите же. А там сзади мы проезжали. Я снимала вокруг, мы на лошадях ездили. Там их не жилище, здание для студентов. И вон там красный выглядывает, вот там тоже их жилище. В той стороне ботанический сад, тоже который они, студенты, ухаживали за ним. Красота. Такой замок, и как представьте, в гимназии моей дочери в 8 классе учитель истории сказал, что на балах себе устраивали эти короли и цари развлечения. Какали по балу. Представляете, бал идет, кто-то захотел какать. Так, бал, стоп. Какают под полос и дальше пляшут. А из-под полосиков только брызги летят, да? Из-под ковров. Ой, вот такие здесь учителя. А потом попытайся ребенку доказать, что ты мама против учителя. Кто? Немецкого. Попробуй доказать, что он не прав. Встань. Не так. Какие-то тоже статуи. Светильники очень красивые. Очень красиво. Все красиво. Драконы. Страшно, да? В то же время страшно красиво. Ходим, удивляемся, смотрим. Да? Ну вот сколько я езжу и по Германии, и в Праге тоже красивые места старые были. Видели вот раньше. Ручная работа, все это камушек, камушку, кирпичик, кирпичику. И такую красоту делали. А сейчас с помощью техники сляпают, что смотреть, вот именно что страшно, а жить тем более. Не хочется уходить от этой красоты. Пойдем по направлению к выходу. И еще, может, что-нибудь найдем.
Там сколько фонарей, смотрите. Какая красота. Дрон запускают. А нельзя у нас дроны запускать. Ботанический сад, который создавали студенты, которые учились в этом университете под зданием. Красиво. Там, конечно, вон теплицы, да, или как оранжереи. Их много вон в ту сторону. Там закрыто. Здесь посмотрим, походим. Можно зайти в оранжерею билет купить, но мы не будем. Там сейчас такая духота. Уже время позднее. А нам еще возвращаться назад. Красиво. Ой, как я люблю куфеток. Всякие цвета. Думала издалека роза, но нет. О, мальва. Мальва ЦА какая-то. Хибискус. Нет, все-таки роза. Прочитайте сами. Чинезиша розен айнбиш. Тоже красивый деревце. Знак повернутый, табличка повернута. Красиво. Бонапарт Наполеон собственной персоной. Там мы проезжали, я снимала. Посерединке прямо. Фонтанчики рыбки плавают. Где фонтанчики?
смотрите, что делает. Играется. Где ты? Капец. Выпил. Уплыла. Подписывайтесь на мой канал, делитесь со своими друзьями, приглашайте друзей, знакомых, родных. Ставьте лайки, если нравится, дизлайки, если не нравится. И на этом.